собираться больше, чем 5 баб в один место. Разве только в бордель или могила. Многие бабы собираются группы. Зовут феминистки. Чё нахуй? Я надеваю маску. А женщина должен быть образованной. Безусловно. Ненавижу тупых тварей, раздал темкам по ебалу. Помни, дружи, бабы, бляди, кроме твоей любимой мамы. Вот вам драмчик долгожданный, выдал антифем программу. Ебаш творог со сметаной, готовь куру, люби маму. Ныкай с установ карманы, гааль, мусорам и зал. Пацанам свободы надо, пусть гонада помогает. Кто под шпаком отдыхает, то стамину поднимает. Есть вопросы, где трущавых многочаса разрешаешь. Если пьемочка гуляет, то с вертухи получает. Да дедас за это знает, носим кроссы с пацанами. Кто не с нами, тот под нами, мы на стоник пьем. С камин хочется вам равноправие, пацан быстро мозги правят. Черный список жирных женщин, знаете, феминизм не вечен. Геем овер обеспечен, проход ноги, удар печен. Курс состав давно залечен, фишки антифем на вечер, yeah. Улыбайся, пупсик, что злой сидишь? Ну, вы только что меня обидели. Знаете слово «обидеть»? Обид в жопу жирных мемок, пиздить вас одна потеха. Ваш вес для вас помеха, бесконечность хули делать. Пизди бабу поебалу, феминист уже ряда на курс. Распиши программу, роспись на стене, рекламу. Надо пацанам ответов, головняк для всех атлетов. Накачаться нужно к лету, боди позитив конкретный. Тестик за рельеф и тело, чтоб не быть тебе котлетой. Если жирный, нужно бегать, накачаться, не худеть. После спортеина мемы, нету фото, нету трени. Вот лайфхак тебе с